Исполнение основных обязательств в области выплаты заработных плат, обеспечение мер социальной поддержки населения и завершение строительства важных объектов – основные задачи финансовой политики Ярославской области на ближайшие 2 года. Об этом сегодня говорили на всероссийском семинаре «Совещание в правительстве региона». В Министерстве финансов России сейчас активно формируется бюджетный цикл и система региональной поддержки. В следующем году планируются масштабные изменения в бюджетном кодексе. Проект новой редакции уже в эту субботу на всероссийском семинаре в Ярославле представит заместитель министра финансов России Алексей Лавров. В Ярославле семинары такого уровня проходят уже 8-й год, и традиционно, чтобы обсудить новации бюджетного законодательства, они собирают финансистов со всей страны. Сегодня в совещании приняли участие 400 человек из 35 регионов России. Второй год подряд участниками форума становится Республика Крым, которая активно взаимодействует с Ярославской областью. Ярославская область нам очень близка, потому что помогали очень сильно. Мы когда с 1 января 2015 года вступили полностью в российское правовое поле и заработал у нас бюджетный кодекс, полностью система федерального казначейства, нам было, конечно, тяжело. Мы самостоятельно увидели, сколько мы еще не знаем. И вот спасибо огромное Ярославской области. Они к нам приезжали, помогали, рассказывали, подсказывали, подучили нас. И дальше мы уже работали как бы сами. Вот это мероприятие очень важно с точки зрения, что Министерство финансов доносит до нас те ориентиры, те целевые показатели на ближайшие годы, изменения законодательства, которые будут в осеннюю сессию внесены правительством Российской Федерации, которые будут приняты до конца года, чтобы все субъекты, все муниципальные образования могли уже сейчас, когда планируют свои бюджеты, уже учитывать вот эти изменения законодательства, которые произойдут по осени.